В начале октября французский премиальный бренд DC представит на парижском автосалоне свой первый субкомпактный паркетник DC 3 Crossback. Автомобиль будет доступен сразу с тремя типами двигателей – бензиновым, дизельным и электрическим. Самый маленький Crossback придет на смену хорошо известному в России премиальному хэтчбэк DC 3, который начал продаваться у нас еще под маркой Citroën. А теперь присутствует на рынке лишь номинально. С января по июль продано лишь 8 экземпляров, а за прошлый год – 21. В Европе в лучшие годы DC 3 расходился тиражом более 70 тысяч экземпляров. Но теперь модель морально устарела, и кривая продаж упорно ползет вниз. Публика ждет от французского бренда чего-нибудь свеженького. DC 3 Crossback в этом плане – сама свежесть. Первый серийный автомобиль на модульной платформе CMP. Первый электромобиль бренда DC, да и дизайн у него эффектнее некуда. А хэтчбеки DC 3 в нем напоминают лишь плавнички в оформлении задних дверей, а все остальное – свое собственное. От насекомоподобных матричных фар до выдвижных наружных дверных ручек. В салоне свойственная всем моделям DC эксцентричность, выгодно отличающая их от квадратных гнездовых немецких конкурентов, похожих друг на друга изнутри до степени смешения. Центральная консоль выполнена в виде сот, передние и боковые дефлекторы системы вентиляции вписаны в дверные карты. 10,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы самый большой в своем классе. Вместо ключа и замка зажигания – пользовательский смартфон со специальным приложением. Топовая 515-ваттная аудиосистема класса Hi-Fi с 12 громкоговорителями разрабатывалась совместно с фирмой Focal. При скромных габаритах длина 4118 мм, ширина 1791 мм, высота 1534 мм и колесная база 2558 мм – DC 3 Crossback обещает быть одним из самых просторных субкомпактных кроссоверов. Любопытно, что прямых конкурентов у него сейчас нет. Мини-кантримен второго поколения вымахал до размеров C-класса, а другие премиум-марки кроссоверов в B-классе пока не предлагают. Платформа CMP изначально предусматривала возможность применения электрической силовой установки. На DC 3 Crossback она состоит из 100-киловаттного электромотора 136 лошадиных сил и литий-ионной батареи емкостью 50 кВт-час, которая обеспечивает более 300 км пробега на одной зарядке. Для сравнения, представленный в прошлом году корейский паркетник Hyundai Kona Electric версии Long Range энерговооруженнее, располагает электродвигателем мощностью 150 кВт. 204 лошадиных силы и батареи емкостью 64 кВт в час при запасе хода на одной зарядке до 470 км. Линейка традиционных силовых установок DC 3 Crossback состоит из дизеля 1.5 Blue HDI 100 или 130 лошадей и бензиновых агрегатов семейства PureTech мощностью 110, 130 и 155 лошадей. Последний будет предлагаться в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Прочие технические характеристики французского премиального кроссовера станут известны после его живой премьеры в Париже. До России DC 3 Crossback доберется аж в 2020 году, и руководство группы PCA надеется, что он здесь приживется лучше, чем хэтчбэк DC 3. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новости из автомира. Mm-hmm.